Начался сезон малины. При этом на рынке еще есть поздняя клубника и уже появились смородина и крыжовник. За ягодами на центральный рынок отправилась наш корреспондент Яна Раховская. Клубничная пора проходит, ее сменяет малиновая. Ароматные ягодки на рынке только-только появляются. Узнаем, почем нынче первая малинка. Малиновый аромат манит еще со входа, так что пройти мимо ягодных прилавков мало у кого получается. Выбор на рынке сегодня большой. Ягоды на любой вкус и цвет. Как вам такая желтая малина? По-моему, настоящий эксклюзив. 20 рублей, очень вкусная. 20 рублей стакан? Да, очень. Покупали сегодня люди? Два осталось стаканчика. Как я не покупала? Покупали, конечно. То есть все покупали желтую? Да, да. Почему? Ну, потому что она очень полезна. И необычная, наверное. Да. Цена на малину сегодня была от 40 рублей и выше, в зависимости от размера ягоды. Вот, к примеру, этот сорт называется шапка гугуце, самый крупный. Поэтому и стоит дороже – 50 рублей за кило. Цены не кусаются? Ну, конечно, хотелось бы подешевле, но, в принципе, вполне адекватная цена для начала сезона, скажем так, ягодного. Надеемся, что будет дешевле еще. Продавцы уверяют, через недельку малина немного подешевеет. Тогда можно и на варенье, или компот, к примеру, брать. Здесь у каждого продавца найдется свой рецепт малинового лакомства. Взяли сахару наполовину, 5 килограмм, а 2,5 сахара. И варите. Все. Получится вкусный, как у бабули? Конечно. Лучше делать ее в собственном соку. Притертая сахаром или замороженная. В них самое больше сохраняется витаминов. Малины в этом году много, а вот сладости в ней меньше. Все из-за проливных дождей. Такая же история и с остальными ягодами. Что касается цены, крыжовник сегодня продавали по 50 рублей. Смородина любых цветов на 5 рублей дороже. Самая дешевая – шелковица, 25 рублей за кило. Увидели сегодня даже землянику, правда зеленую, с листьями и на веточках. Это для сосуда хорошо. Это сушить его вот так. Вешается, посушить его, моет. Сушит потом, когда сухая она делает, бросается горячую воду, как чай. Пользуется как чай и пьет. Он очень полезный. И разбирают такую? Да, да, очень быстро. У меня много было. Многие сегодня брали ягоды пока только на пробу. В основном по стаканчику, чтобы загадать очередное желание, когда пробуешь что-то первый раз в сезоне. А впереди еще другие ягоды и фрукты. Желаний хватит на все лето. Яна Раховская, Игорь Нежиренко. ТСВ.